Доступное кино для каждого. Во Владикавказе прошел показ фильма для людей с ограниченными возможностями здоровья режиссера Оксаны Сенниковой. Картина «Где ты, счастье?» рассказывает о жизни 5 школьных подруг. Их судьба сложилась нелегко. Каждая перенесла тяжелые испытания, но все же вместе они смогли справиться с жизненными трудностями. Фильм адаптирован для слабослышащего и глухонемого зрителя. Язык жестов сопровождается сколосовой озвучкой. Это дает возможность смотреть картину всем. Инициаторами показа художественного фильма выступили активисты общественного движения «Я помощник президента». Фильм, который снят для слабослышащих, глухонемых людей. Соответственно, мы пригласили сюда публику, в первую очередь такую подобную публику, с целью показать им этот фильм и приобщить их к обществу в целом. То есть показать осетинскому народу и людям, проживающим на территории Северной Осетии, тот момент, что есть такие люди, и их как бы нужно ценить, уважать и помнить, что они являются частью общества.